Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Ира, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу снять обзор на цветные линзы. Мне пришло целых 4 разновидности цветных линз. И так как я имею плохое зрение, обычно я всегда хожу в очках, вы знаете, но иногда я люблю себя побаловать линзами, какими-нибудь красивыми, необычными. И вот тут мне пришли аж 4 пары разных цветов, и мне, конечно же, вообще уже не терпится поскорее это все померить на своих глазах. Если что, заказывала я все это в инстаграме TTDI, но также у них есть сайт, линзы у них классные, судя по отзывам, отзывов очень много, и поэтому я хочу вам показать, что они из себя представляют. Блин, ребята, посмотрите, в какой прелестной, красивой коробочке мне это все прислали. Я на самом деле думала, что там будет обычная картонная коробка и просто лежать внутри уже пачки с линзами. А мне прислали все вот в такой фирменной коробочке, очень миленько. Вот, видите, TTDI. И теперь давайте откроем и посмотрим, что же там внутри. О, я так рада, что мне положили вот эти вот контейнеры. Как сильно я переживала, что мне не положат их. И я думала, блин, если сейчас не будет контейнеров, придется закончить видео, купить сначала контейнеры, потом продолжить. Потому что линзы должны обязательно храниться в таких контейнерах. И они положили мне 4 таких контейнера специально для 4 пар линз. Ой, это очень приятно на самом деле. Что тут еще входит, я вам сейчас покажу. Итак, набор с линзами включает в себя вот такие вот контейнеры. Каждый индивидуально упакован. Даже есть щипчики, чтобы на глаза надевать и снимать. Но я пользуюсь просто своими руками. Вот. И еще что здесь за подарочки? Какие-то положили блестки. Я так понимаю, что это для какого-нибудь красивого, наверное, макияжа, чтобы с красивыми линзами это все сочеталось. Дальше что здесь? Это, я так понимаю, магнитик. Это не магнитик, это оказалось зеркальце. Это очень даже удобно, я вам скажу, что можно будет линзы надевать с зеркальцем. Вот такое зеркальце мне положили. Ну и сами линзы, конечно же. На самом деле я что-то засомневалась уже, почему у меня 2 желтых коробочки. Надеюсь, прислали все то, что я заказывала. Так, вот это получается вот такой цвет, голубой. Дальше здесь вот такой оранжевый, но он как бы коричневый. Дальше здесь вот такой желто-зеленый. И здесь... А здесь почему-то нет такого рисуночка. Странно. Я что-то даже подзабыла, какой я цвет еще заказывала. Ну, сейчас вместе все посмотрим. И что здесь? Вот такая вот картинка. Блин, на самом деле, такого все приятного качества распечатано. Ну, я так понимаю, инструкция с их контактами. Вот везде они записаны TTDI. И что тут еще? Еще какая-то бумажка. Это наклейки. Да, это еще и наклейки. Классно все. Классная очень. И инструкция, конечно же, как пользоваться линзами. Но это я и так знаю. Посмотрела у себя в заказе, в итоге здесь должен быть гималайский голубой цвет. Такой прям голубой-голубой. Вот, не знаю, почему не прилепили вот здесь, ну, посмотрим. Ну, а здесь вот все эти цвета, да, я сверила, это все, что я заказывала, все правильно. И знаете, еще вот весь прикол в том, что у меня глаза ведь разные, я заказывала на один глаз одни диоптрии, на второй другие. И вот я хочу проверить еще, все ли тут в порядке с этим, правильно ли мне положили. Весь рецепт мой учили, получается, на один глаз у меня -2.25, а на второй -2.75. Я заказываю ниже, чем у меня есть зрение, как бы не вровень со зрением. У меня зрение примерно -2.5, -3, я заказываю на 0.25 поменьше. Вот так эти линзы выглядят вблизи. Это оттенок называется кристальный голубой, и сейчас я буду их примерять себе на глаза. Вот, кстати, мои настоящие глаза, натуральный цвет. Ну что, ребята, первые линзы я надела. Напомню, что это оттенок кристально-голубой. Он действительно такой голубой, прям невероятно светлый. Посмотрите, как это выглядит на моих глазах. Мне кажется, классно выглядит. Но на самом деле у меня мой цвет тоже приблизительно такой же, как вы уже видели, я вам показывала. Но все равно выглядит очень красиво. И главное отличие, что в них я все вижу. Это вроде бы почти как мои глаза, но зато я вижу в них все. Я подзабыла уже это чувство, когда без очков
Ты видишь, так классно, потому что что-то давно я линзы не носила, но это очень классно. Линзы, кстати, очень комфортно сидят на глазах. Единственный момент, когда я их надевала, это было долго, потому что они настолько тонкие. Я до этого линзы никогда такие тонкие не встречала. Они прям действительно очень тонкие, поэтому они вот так вот складывались напополам, но все равно я надела, наверное, просто дело сноровки, надо приловчиться, привыкнуть, и, возможно, вот эти все инструменты, которые они положили к контейнерам, они действительно, возможно, облегчают жизнь. Я никогда ими не пользовалась, но надо обязательно попробовать. В общем, вот такой был первый цвет. Мне понравилось, и теперь идем дальше. Следующие для контраста я хочу померить линзы. Вот такие вот оранжевые, ну, вообще они как бы должны быть на глазах коричневые. Называется оттенок Trinity Brown, то есть какой-то там коричневый. Вот, давайте вскроем, посмотрим, как они выглядят, и, конечно же, примерим это все на глазах. Рецепт здесь тоже указан верно. Еще я хотела подметить срок годности до 26 года. Это очень хороший долгий срок годности. Вообще эти линзы я заказала для ношения на целый год. То есть одна пара может носиться целый год. Вот такой оттенок, но он, конечно, да, кажется рыжим, но давайте теперь на глазах посмотрим. Смотрите-ка, на глазах они совсем не рыжими смотрятся, а реально как будто у меня какие-то зелено-карие глаза. Вот, смотрите. Мне нравится, реально так классно смотрится. Просто когда начинаешь себя видеть не со своим цветом, даже если, да, вот голубые у меня глаза, и я просто другой оттенок голубого надела, это все равно привычно. А когда ты надеваешь вообще другие абсолютно, то это так необычно, и мне прям нравится. Я вообще совсем другая стала. Вот. Ну, классно. И пока это мой фаворит. Кстати, хочу заметить, что очень хорошо перекрыли мои голубые глаза. Знаете, хотите сменить образ? Все, наденьте другие линзы, у вас другие глаза, вообще другой человек сразу станете. Следующий наборчик хочу открыть вот этот. Тут цвет гималайский голубой. Должно быть очень интересно. Да, вот такой он голубой, прям небесный. Вот, смотрите, какой невероятно красивый цвет. Даже, можно сказать, больше бирюзовый, как будто бы. Очень красивый, мне кажется, на глазах будет очень классно смотреться. Пойду примерять. Ну что, я надела голубые гималайские линзы теперь. И, честно говоря, хочу вам сказать, у меня ощущение, что это просто мой цвет глаз. Просто сейчас вам вставлю, вспомните, как выглядят мои глаза. Вот, видите? И сейчас посмотрите, как выглядят эти гималайские линзы на мне. Вот, мне кажется, что очень похожий цвет на мой цвет глаз, поэтому я ощущаю, что это просто я такая, какая я есть. Конечно, по сравнению с предыдущими линзами коричневыми, где прям отчетливо есть контраст, эти вообще не вызывают прям каких-то бурных эмоций, ну, как бы я и ожидала этого, потому что я не хотела что-то прям такое кардинально другое, ну, вот, собственно, и получила. Все, погнали дальше, сейчас будут очень интересные линзы, по-моему. Посмотрим сейчас. Ну и остался у меня последний наборчик, Rio Brown. Это тоже с оттенком коричневого как бы, но здесь даже больше немножко желтоватый будет цвет. В отличие от тех коричневых, там было больше в рыжину, а здесь больше такой желтенький должен быть цвет. Ой, а здесь вообще они выглядят желтыми. Представляете, сейчас покажу. Посмотрите, здесь вообще какой необычный цвет. Он наполовину серый, наполовину желтый. Должно быть прям очень необычно. Давайте скорее примерять. И последние линзы на моих глазах. Уже вы, наверное, заметили, что что-то необычное. И действительно очень как-то странно ощущается то, что полглаза одного цвета, полглаза другого. Вообще какой-то желтый глаз. Вот, посмотрите, как вблизи это выглядит. Вообще, возможно, что-то в этом есть такое необычное, то, что это не однотонный цвет глаз, но у меня, как я вам уже и сказала, и подтвержу свое мнение, фаворитом остались вторые линзы, которые сделали мои глаза карими. Я сейчас вам вставлю, чтобы вспомнили, как это было, и, конечно, да, мне это очень запомнилось больше всего, и понравились больше всего именно те линзы. Вот, ну, мне, в принципе, понравились все, ну и как бы вообще при дневном освещении это все очень
заметно. Я уже пока снимала, на самом деле немножко потемнело на улице из-за того, что я долго вот это все мерила, надевала. Планировала, конечно, снять все прям при хорошем освещении, но я надеюсь, все равно вам все видно. Ну и давайте подведем итоги и вспомним, как же выглядели мои глаза изначально и как мои глаза выглядели в разных линзах. Какое заключение я хочу снять, что мне действительно очень понравились эти линзы, оформление, как все пришло упаковано, все подарочки, в общем, очень классный бренд линз, вот этот TTDI. Я по себе знаю, как часто бывает сложно найти какие-нибудь красивые, интересные цветные линзы, особенно если у вас плохое зрение и хочется попробовать что-то новое. И я была в поиске каких-то брендов цветных линз. Например, раньше я знала только Adria Cat и всегда там заказывала. Но у них не такой огромный ассортимент, поэтому я вот решила попробовать что-то новое. И действительно, вот у этого бренда у них огромный ассортимент, у них есть разные серии, от натуральных таких, знаете, естественных цветов до каких-то косплейных, и даже у них есть целая серия линз для знаков зодиака, то есть там Овен, Водолей. Я даже хотела взять линзы, и на самом деле я жалею, что их не взяла, потому что вместо, например, вот этих гималайских голубых, лучше бы я взяла линзы Водолей, потому что они были интересные, они были очень-очень голубые, и у них там был рисунок на линзах, в общем, очень интересно. Также у них есть там радужные линзы, в общем, очень много и очень интересные такие цвета, которые я в других магазинах не встречала. Так что, если вы интересуетесь цветными линзами, то вам очень рекомендую этот сайт. Оставлю ссылочку обязательно под видео, переходите, заказывайте. Но предупрежу вас, что сайт на английском языке, пользуйтесь им с ноутбука, просто включайте переводчик страницы и все, можно легко заказать, очень удобно. Надеюсь, вам было это видео интересным, полезным. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч и пока, друзья!